Московской школьной футбольной лиги. Кубок РФС по футболу среди спонсоров-партнеров. Через фан-пост я уверен, что наш конфедерации подарок российских сводителей в России. Такое катание трансит фан-постов в обратную сторону. Матчи Кубка Конфедерации станут для российской команды первыми официальными играми, начиная с чемпионата Европы по футболу 2016. И для нас, для болельщиков, это будет возможность увидеть команду в обновленном составе. Так, так, какой сборная попала как команда-хозяйка, предыдущего чемпионата ФИФА 2018. А вы попали на матчи Кубка Конфедерации, ФИФА 2018. Болельщикам необходимо...